Всем привет, вы на канале. Какой у меня магазин получился. Я вас пока что на руках подержу. Я еще его не доделала до конца. Я его буду доделывать. Но это пока что первые 3 дня, как я его делаю. Я только что 15 минут назад доделала вот такую вот кассу. Это пипикалка. Вот идет ключ для обнуляции, когда обнуляция случится. Вот этот да и нет. А вот тут будет этот телефон, на который я снимаю, калькулятор. Я сюда положу сейчас товары. И вы увидите, насколько это красиво. Я положу пока что вот сюда вот. И поставлю вот так вот. Вот, чтобы вот так вот стояло. Первое, что я сделала 3 секунды назад, это вот такая вот кукла Барби. Тут есть небольшие вот очертания тут. А вот это вот крестик, который тут пробивается. У меня магазин, напомню, называется бумажный магазин Фомязюнзик, торговый центр. Кукла Барби, пончик. Только я пока что цену не буду говорить. Так, пончик у нас не пробивается, мы его потом бьем. Вот такая вот ватрушка. Я пока что ничего не пробиваю, потому что еще рано. Еще никто не покупает. Вот багет. 3 пирожка с мясом. Вы можете тоже такой магазин сделать. Только если у вас много терпения и нервов. И у вас много бумаги, картона и клея. Еще 3 с картошкой. Вот, с картошкой тоже. Где-то еще был 3-й пирожок. Ну, пока что 2. С яблоком 3-й, я не знаю где. А, вот 3-й. Круассан персик. Круассан персик. Ну, печеньки тут 2. Вот такой вот печенье шоколад. И вот такое вот печенье варенье. Мое любимое. Я сейчас все печеньки сюда переложу. Пицца овощная, мясная. Хлеб белый. Йогурт клубника, йогурт слива. Они тоже тут пробиваются. Пик. Тут упал один йогурт, я его сейчас достану. И персик и киви. Вот такие. Е от слова йогурт тут, только в другом дизайне. iPhone 11, я не знаю, как он выглядит, ну, по-моему, так. Это моя модель. Тут сзади даже немножко очертания видно. Киндер. Киндер Мауси. Мышки. Тут такая вот капсула внутри, которую открываешь. И там желтая мышка. Кукурузные пачки тоже пробиваются, как и киндер. И телефончик. Пазл 10-5 лет. Да, на нем есть. Молоко 2,1%. Молоко 2,5%. Молоко 3,2%. Вот такие вот все. Молоки одинаковые. Супер ужин, дети. Он был на этом канале Апельсинка Шоу под маленьким видео. Там тарелочка, сосиска, яичница, еще какой-то. Не понимаю, что я сделала. Делала сок, а получилась какая-то вафля. Дальше. 4-я часть. Магазин Фомязюнзик. Это журнал такой. Бумажный магазин ТЦ. Еда.
Я его сделала тоже сегодня. И тут у нас в наличии. Я буду говорить с ценами. Огурец 30, помидор 31, картошка 32. У меня все по маленькой цене, потому что вот я считаю все, что с крестиками, и у меня получилось 502 рубля. Тут я не пишу рубли, потому что оно все равно будет любое. Картошка 32, лук 33, чеснок 34, ананас 35. Синий 36, кабачок 37, укроп 39, морковка 38, капуста 39, петрушка 31, перец 33, авокадо 31, свекла 32, петуха 20, гранат 21, помело 20, апельсин кашоу, апельсин 30. Что у нас должно быть 30 подписчиков. У нас должно быть 30 тысяч подписчиков. Или 30 миллионов. Яблоко 37, груша 39, банан 44, киви 42, слива 30, вишня 39. Это первый журнал. Пип. Он не пробивается. Да, я просто говорю пип. Дальше. Второе. Магазин Фемизюнзик, бумажный магазин, торговый центр «Еда». Я уже это все выучила. Это уже вторая часть, которую я делала самой первой. Читаем. Хлеб белый 15, хлеб серый 16, хлеб черный 19, круассан малина 26, круассан шоколад 25, круассан персик 29, пончик клубника 19, пончик банан 10. Патрушка 5, багет 19, пицца овощная 24, пицца мясная 23. Пирожок яблоко 20, пирожок с картошкой 15, пирожок с мясом 12, печенье шоколад 11, печенье варенье 12.